Мы на месте. Отправляю плату в клетку, тюрьму, 1, 2, 3. Выстраивает платы канал к ответственному. И отключить надо. И я даю команду на счет 3. Отключаю эту плату силы моего намерения от биополя Валерия. 1, 2, 3. Да, будет так, а так есть. Она полностью отключается, безболезненно выходит из его биополя и отправляется в клетку, тюрьму. Готово. Приветствуем Валерия. Интересуемся, готов ли он к проверке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Он доверит, он показывает наверх, и у него над головой наверху, наверное, метр от него в высоту, как воронка белым цветом кружится вверх. Отлично. Сила моего намерения. Убираю эту воронку в клетку, тюрьму. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Готово. Хорошо. От воронки и от платы выстраиваются каналы к ответственным. 1, 2, 3. И сила моего намерения их притягиваю в клетку, тюрьму. На счет 3 они стоят в клетке, тюрьме. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Но воронка — это рептилоид и грей. Отлично. Они в клетке стоят? Да. Дальше. А плата — это дракон. Какой? Синий. Считай цифры над головой. 846. Отлично. Достаю печать дракона, включая на полную мощность. Дракон получает удар 200 тысяч герц. Пошел удар. Да, будет так, а так и есть. Договориться хочет с тобой. Не будешь ты со мной договариваться, не будешь, паразит. Уменьшая дракона в 2 раза. Остановись, не бесчинствуй. Открывается портал в галактическое ядро перед его клеткой, тюрьмой. 1, 2, 3. Смотри туда, паразит. Я предупреждал через Валерия. Если я приду, я сожгу всех. Ты думал, я играюсь? Закрывая портал, возвращая дракона его размеры. И дракон получает 200 тысяч герц удар. Убирая печать дракона, ты будешь отвечать на мои вопросы, когда я тебя буду спрашивать. Все понятно? Бывает. Подхожу к рептилоиду и Греем. Хорошо, рептилоид Греем. До вас не дошло, куда вы попали. И Греи не сделали проверку и не поняли, что я с ними сегодня сделаю, если я их споймаю в биополе, когда я уже предупреждал, что входить нельзя. Или вы проверяли меня? Он говорит, что мы выше биополя делали. Хорошо. Это не считается воздействием на человека? Считается. Отлично. Грей получает удары по 100 тысяч герц каждому. Рептилоид получает 200 тысяч герц удар. Он говорит, что ты меня ранить можешь. Кто сказал? Рептилоид. Рептилоид, я тебя не просто раню. Я тебя сегодня отправлю на твою чистоту без твоего хвоста. Он пойдет отдельной посылкой. Если ты еще раз будешь мне здесь что-то говорить, следующий удар будет 500 тысяч герц. Ты зашел в биополе человека, не простого человека. Ты зашел в ангельс. Ты зашел в ангельс. Говорит, что я нарастить могу. Что ты можешь нарастить? Свой хвост. Да, хорошо. В моих руках появляется шар энергии Арго. И я бросаю в рептилоида. Пошел удар. Бери. Ты что делаешь? Бери. Да ничего я не делаю. Ты сегодня уйдешь в межгалактическую полицию вместе с Греями. Мне нельзя это. Убирай энергию Арго. Ты зашел не к простому человеку, ты зашел к будущему регрессологу. В общем, они рептилоид и Греи, да. Они находятся в комнате, у них стоит установка. Эту воронку они поставили. Угу. Значит, большой... Это большая воронка. Да. Вниз и вверх идет наток энергии. Ну хорошо. Сегодня я у вас заберу энергию. 80% вашей энергии я скину в галактическое ядро. Кто вообще после того, как до вас предупредили, что я приду? Грей, вы знали, что я приду? Они знали, но они не делали. Что они не делали? А кто делал? Ничего плохого. Установки есть везде. Вы слышали, что я приду, я спрашиваю? Слышали. Почему вы не ушли? Кто не дал команду? Рептилоид? Он сказал вам, что он вас нас не найдет, да? Из-за простого высказывания снимать все установки — это нерационально.
Хорошо, я сегодня Нужно сажусь. дождаться. Отлично. Хорошо, вы дождались этого момента, я вас предупреждал, что я сегодня буду делать. Я вас предупреждаю, все, что будет найдено в квартире, все, что будет найдено в его биополе, я сегодня сожгу. Вы ничего с собой не возьмете. Все ваши установки я превращу в пепел. С драконом еще непонятно, в кого я его превращу, но эту плату сегодня я одену в него и включу ее на полную мощность, на отток энергии до 80%. Паразитарные сущности. Решили попробовать. Хорошо. Я даю команду тонкой... Что? От них такой какой-то... Ну, не холод, а что-то такое идет. Они не понимают вообще, почему ты так с ними общаешься. Вы с кем-то связаны еще, кроме... Они делают свою работу. Они установили. Да кто вам разрешал устанавливать? Я сейчас установлю в тебя эту всю установку и включу на полную мощность. Нет, установка у них в квартире, но не из-за него. Там много чего находится в доме. И, в принципе, он туда пришел, они там давно. Я объясняю. После тех слов, когда он заявил о том, что вас ожидает, у вас было время уйти. Вы этого не сделали. Ни дракон не сделал, они ни тритилон. Они не понимают, почему они должны целый дом покинуть. Я не говорю целый дом, я сказал оставить человека в покое, а не целый дом. И оставить его квартиру. Но вполне возможно, что я даже весь целый дом почищу. И все, что найду, скину в галактическое ядро. Все, надоели. Я наслушался достаточно на сегодня. Вы самая какая-то отмороженная публика, которая не понимает вообще, где она находится. Я вам сегодня буду освежать память с этими событиями связанными. И я даю команду тонкой копии Валерия спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогенные низковибрационные энергии в его биополе. 1, 2, 3. Каналы выстроились, в сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Валерии. Энергии страха, энергии неуверенности, энергии всех болезней, все, что он мог получить. Учить от них, возвращается к ним. Так, дракон, у меня к тебе вопрос. Ты перекрывал астральное зрение человеку? Или рептилоид из Греми? Кто из вас? Нет, рептилоид отсасывал энергию через эту воронку, а все остальное делал дракон. Хорошо. Что возвращается к плате и к воронке? К воронке ничего не возвращается, там нет энергии. То есть они только отсасывали через эту воронку, но вытягивали их. Понятно. Какую энергию они воровали конкретно? Фиолетовую. Фиолетовую. Поэтому у него были проблемы с видением, да? В астральном зрении. Нет, ему просто не хватало энергии. Поэтому он ее закачивал без конца. Сколько вы находились в биополе, рептилоид с Греями? Ну, у них вот ступор какой-то. То есть они и в биополе-то вроде как не находились. Они находились и выше, и подсасывали с него постоянной энергией, когда он находился в доме. Сколько вы были подключены к его биополю? Я еще второй раз спрашиваю. Всего 3 вопроса. После 3-го заканчиваются разговоры вообще. Установили воронку. Когда? 7 дней. Неделю. 7 дней. Синий дракон, сколько ты находишься в биополе? 5. 5 что? Дней, недель? Дней. 5 дней. Где произошла подключка? Астрале. Выпадал он в астрал. Объясни Увидел подробнее. Увидел энергию его. Понятно. Он вышел в астрал и что? Он не был защищен или как получилось, что ты его увидел? Почему так легко подключился к нему? Ничего не было легко. Я показал крылья, он согласился. Я подключился, поставил плату, понял, почему у него яркие энергии, понял, что он может их получать. Понятно. Вячеслав, вы помните этот момент, когда дракон предложил вам крылья? Валерий. Ой, прошу прощения. Валерий, ты помнишь момент, когда дракон предложил тебе крылья? Он плечами пожимает. Может быть, был сон или транс. Понятно. Ждем окончания реверса. Кончился. Устанавливали фильтры золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса Валерий забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Реверсом забираем также энергию из воронки и из-под, и из платы дракона.
И все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Валерий себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Вот исплата возвращает синяя энергия третьего глаза. Угу. Кому идет? Возвращается исплата к Валерию. К Валерию. Вот туда оно все ушло. Хорошо. Дракон, а ты знаешь, как оно вообще воздействует на человека? Как он ощущает это все, когда установлены твои платы? Или ты догадываешься? Очень редко отторгает, очень редко люди понимают, что происходит. У него отторгало. Видимо, он знает чистоту своих энергий. Конечно, он знает, что он ангел. Знает свою чистоту. Не понимает. Я просто спрашиваю, все эти неудобства ты хоть раз на себе ощущал? Вот если я тебе сейчас в твой третий глаз установлю эту плату и включу ее на полную мощность, что с ней будет? С тобой, вернее. С твоим третьим глазом. А она я же могу... по вибрациям мне не подойдет. Абсолютно верно. А почему ты думаешь, что по вибрациям твоя плата ему подходит? Я пытался гармонизировать. Именно для этого проходим. Мы проходим гармонизацию, чтобы человек принял плату как свою собственную. Если он здесь ее не принимал, а ты все равно насилием вошел в него, то это для меня случай для межгалактической полиции. Ты насильник. Ты, видя, что это осознанная душа, ты вошел в его биополе. За это ты будешь себя отвечать. Мне интересно. Отлично. С такими душами работать. Отлично. А мне интересно с такими, как ты, работать. Реверс закончился. Отлично. Хорошо. Так. Из дракона мы вытащили. Я даю команду на счет 3. Все, что находится на чистоте синего дракона в биополе Валерия, все остаточные его энергии, если что-то осталось из-под ключа, какие-то проводки и так далее, все, на счет 3, включая внутренний белый свет, и все это выходит и формируется в шар перед Валерием. 1, 2, 3. И вторым шаром я выдавливаю все, что находится на чистоте рептилоидов, греев и этой воронки. 1, 2, 3. И это формируется в отдельный шар. Пошел процесс. На чистоте воронки ничего нет. Хорошо. Остальное смоталось все в шар. Большой шар? Или нет, два шара? Большой. Один шар? Один. Открывается портал в галактическое ядро. Этот шар уходит на переработку в чистую первичную энергию. Хорошо, рептилоид с греями. Сейчас я открою портал в дом. Отпущу вас туда, чтобы вы собрали все, что вы установили в его комнате. Мы сегодня будем чистить его жилье. Я предупреждаю сразу. Мы ждем еще подтверждения заказа на чистку всего дома от хозяина этого дома. Валерий не является хозяином, он является только квартира. И комната ему принадлежит в этом доме. Но если мы получим этот заказ, и я приду повторно в этот дом, и я повторно найду ваши подключки в этом доме, вы уже никуда оттуда не уйдете. Он говорит, что такие дома, они очень ценные, так как там живут люди. Да. Совершенно разными энергиями. А для тебя энергии важнее твоей жизни и твоего здоровья? Нет, они поняли. Они хорошо просто рассказывают тебе. Я знаю ваши ценности. Перед тем, как я отпущу, я еще рассинхронизирую. Я даю команду Валерию на рассинхронизацию до 100%. Готово. Отлично. Я даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чистый. Чистый, хорошо. Так, даю Валерию команду на счет 3 сделать импульс высокого вибрационного шока удара и отсечь от себя все каналы к интерферентам и их подключкам. 1, 2, 3. Пошел удар. Отлетают каналы. Получилось у него? Да. Открывается портал в галактическое ядро. Канал улетает на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. И на счет 3 открываю портал в комнату Валерия. 1, 2, 3. Рептилоид игры уходит в этот портал, дожидается меня. Закрывая, печатаю, растворяй. Готов. Хорошо, я прошу Ли выйти со мной на связь. Слушай. Я приветствую тебя, Ли. У меня здесь один синий дракон, он, правда, 5 дней сидел, но он дошел к одному моему ученику и пытался, осложнял ему выход в астрал, осложнял ему всю работу. Ему просто интересно. Его не интересуют законы мироздания, его не интересует то, что он не имеет права входить. Ноль осознанности вообще. Ему просто интересно. Посмотри, пожалуйста, эту ситуацию. Юным его назвать трудно, но
это какое-то осознанное действие. Никакое я не вижу сожаления по этой теме. Он будет дальше продолжать. Отпускаю, он получил свой урок. Хорошо, синий дракон, ты получил свой урок? Даю слово синего дракона. Хорошо, синий дракон, если мы с тобой второй раз встречаемся, ты знаешь, чем это заканчивается для тебя теперь уже точно. Понятно? Я дал слово. Хорошо. Я просто встречал синего дракона, который тоже давал слово, но который пришел. Я тебя предупреждаю. Открывается наверху портал против часовой стрелки. На частоте синего дракона 1, 2, 3. Плата уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Галактическое ядро и дракон уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Отлично. Хорошо. Все. Информация идет, что нужно еще раз активировать душу. Он сжат, ему надо вот эта активация раскроет его. И на счет 3 запускаем процесс. 1, 2, 3. Пошел процесс. Готово. Он ангел, и у него большие светлые крылья. Именно из света я пока их вижу. Хорошо. Активируем Меркабу в его биополе. 1, 2, 3. Готово. Сейчас свет ушел немножко. И белые крылья, он их рассматривает. Большие, он их вперед заводит и рассматривает. Хорошо. Валерий, как ты себя чувствуешь? Потрясающе. Замечательно. Теперь уже ничего тебе не мешает. Ты понял, почему подключки произошли. Хорошо. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Валерия в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключаясь от Валерия, квартиру ты видела, и на счет 3 ты стоишь перед его комнатой. 1, 2, 3. Я здесь. У меня сущности смотрят все в коридоре. Да, сущности. Они меня видят? Не меня видят. Хорошо. Я появляюсь рядом с тобой. 1, 2, 3. Не уходят. Сущности, я пришел за вами. Куда вы уходите? А ну-ка вернитесь быстренько, пообщаемся. Они уходят кто куда на свои места. По порталам, по воронкам, по комнатам. Да другим. Что ж такое? Никакой радости, никакого приветствия. Что за культура? Хорошо, Вера, входи в комнату. Но я на пороге. На пороге. Отлично. И я даю команду. Знаешь, здесь черная большая. Не птица, а летучая мышь больше похожа. В клетке? Да. Ничего рептилоид. Себе. Так, поехали. Рептилоид. Грей, да? Два грея. Два грея. Это мышь? Черная. Черная большая мышь. Черная мышь. Еще что-то. Это сущ. И что еще? Воронка. Yes. Хорошо. Все. Какой бес? Считай герцовку. 7. Так, рептилоид с греями. Вы собрали? Все? Не все сняли. Хорошо. Я сейчас буду вас отпускать на вашу чистоту, но я предупреждаю сразу. Если я второй раз вас, с вами встречусь, эта встреча не будет радостной ни для вас, ни для рептилоида. Это предупреждение пока. У меня нет заказа, но только я его получу от хозяина дома, если он захочет избавиться. На этом закончится ваш счастливый момент здесь. Все понятно? Они говорят, почему ты нас пугаешь? Мы ушли из комнаты, но все остальное. Я вас предупреждаю, что если я второй раз приду в этот дом, если хозяин дома даст свое согласие на чистку всего дома, то вы, криминальные элементы, которые не должны находиться здесь, которые питаются чужими ресурсами, очень пожалеете о том, что вы со мной встретились второй раз. Я доходчиво объясняю? Да, поняли. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте рептилоида. Второй портал открывается на частоте греев. Грей уходит в свой портал, а рептилоид уходит в свой портал. Закрывая, печатая, растворяя оба портала. Готово. Хорошо, под воронкой открывается портал в галактическое ядро, оно уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Бес, что ты делаешь здесь? Живу. Нет. В этом доме, в этой комнате живет Валерий, а не ты. Ты зашел я в чужой... Я живу. А кто тебе разрешал здесь жить? Я всегда здесь живу. Сколько ты здесь жил? Много лет. Хорошо. В эту комнату ты больше никогда не зайдешь. И к этому человеку, который мы сейчас его комнату чистим, ты никогда больше не подойдешь.
Никаких. Если он не один, Я я говорю к нему только. не подхожу. Хорошо, есть что-то на твоей... Нет, если бы что-то было, мы бы уже вытащили беса. Хорошо, что ты оставил в комнате? Где ты раскидал свои комочки и одеялки? Ну, есть у меня здесь привязки в комнате. Где именно? Там он на эту мышь показывает. Это твоя мышь? Моя. Откуда она здесь взялась? Я создал энергии много здесь грязных, чужих. Понятно. Почему эта мышь постоянно меняющихся разных. Почему эта мышь находится, эта сущ вообще в этой комнате? Потому что я в этой комнате нахожусь. Хорошо, Вера, поставим маячок над этой мышью. Органическая, неорганическая, органическая, зеленая, неорганическая, красная. Какого цвета? Она зеленая, она еще и потомство выводит. Слушай, бес, что ты здесь развел вообще в этой комнате? Какой-то инкубатор сделал для своих мышей или что? Сделал. Так, выходи из клетки, собирай все, что ты оставил в этой комнате. Полностью забирай все. Смотри, эта мышь, она сидит в углу. Да. И у нее там потомство. Она такая, ну, она большая, она почти весь угол занимает. Вниз по стене. Левый угол. Угу. Вот он выносит ее наследство, потомство. То есть, как дом у нее, не знаю, что там вообще. Ой, да, дом, конечно, это место, где она кокон, кокон, да, выводит свое потомство. И что, бес, такое в каждой комнате в этом доме находится или что? Нет, только здесь. А почему именно здесь? Потому что я здесь. Портал видишь в стене? Хорошо. И пользуюсь. Вера, ты видишь этот портал? Вижу, да. Возьми, да. Кровать. Возьми сканер плеяд и просканируй полностью всю комнату на порталы. Приступай. Они загораются красным цветом, ты их видишь четко и ясно. Значит, портал один, но здесь еще два места есть. Да. Они тоже красные. Давай в сначала момент будет портал. С портала начнем. Этого красного, большого, открывается под ним портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Засасывает туда этот портал. Вместе с ним фантом портала уходит, все наночастицы. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. И там еще два красных пятна остались, да? Один на потолке, другой в правом углу. В правом углу внизу открывается портал в галактическое ядро. Засасывает туда этот красный портал. Фантом портала, наночастицы, все на переработку уносится. В галактическое ядро, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, еще есть где-то? Потолок. И под потолком внизу открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Засасывает туда этот портал, фантом портала, все наночастицы, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Больше порталов нет, да? Порталов нет. Бес все забрал? Да, он собрал все. Хорошо, бес. Первый раз я отпускаю, второй раз не рассчитывай на хорошие взаимоотношения. Ни к нему, ни в его комнату ты больше не зайдешь. Остальные комнаты меня пока не интересуют. Тебе это понятно? Понятно. Никаких носочков, никаких ниточек. Это мой ученик, понимаешь? Я тебе серьезно говорю, если ты еще раз перейдешь мне дорогу, ты первый раз не знал, сейчас ты знаешь уже. Я тебя накажу. Я не хочу этого делать. Я тебя первый раз предупреждаю. Больше не приходи. Никаких мышей, никаких подключек, ничего больше. Все понятно? Он говорит, что я дурак, что ли, там будут противные энергии, такие же, как на ваших крыльях. Чем мне туда полезть? А чем тебе не нравятся энергии на наших крыльях? Раздражают они меня. Ну, а меня раздражает твоя энергия. Я же молчу. Че ты такой невоспитанный? Я делаю свою работу. Так и я делаю свою работу. Ну, вот моя работа — выводить таких, как ты. Когда мы встречаемся, ты или кооперируешь, или мы с тобой воюем. Выбирай. Я же выбрал уже. Хорошо. Никаких мышей, никаких подключек. Все понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса. 1, 2, 3. Бес забирает эту летучую мышь с потомством и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя с того огненную пентаграмму. Готово. Хорошо. Клетка пустая? Да. Открывается под ней портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И клетка уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, я даю команду. Готово. Отлично, мы закончили здесь.
Закончили. Выходим вместе из комнаты. 1, 2, 3. И я говорю сейчас громко, и каждая сущность, живущая в этом доме, слышит, что она меня видит не последний раз. Я предупреждаю всех, которые живут в этом доме, как можно быстрее покинуть этот дом, пока мы не пришли к ним в этот дом с чисткой всего дома. Всех, кого мы споймаем после того, как мы предупредили, будут наказаны. Наказаны очень сурово. Конец связи. Отлично, Верочка. И отключаемся от этой квартиры и поднимаемся вместе в нашу комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Сейчас, подожди секунду. Значит, информация идет, что в доме порталы. Да. И там кто-то живет, кто-то заходит. Все разные. Постоянная движуха, да. Ну, мы передали сущности. Эту информацию. Да. Сейчас, значит, от этой комнаты, которую мы почистили, от нее очень сильно фонит светом. И сущности полезут посмотреть, в какой-то момент выходить, будут и смотреть. Потому что им кто-то не видел этого, кто-то получает свой опыт. Кто-то только слышал об этом свете. Хорошо, но они там ощутят. Будет дальше движняк. Будет движняк, конечно. Но мы не имеем права весь дом ставить под защиту сейчас. А те, кто почувствует 5 миллионов герц, я им сочувствую. Давай поднимем частоту вибрации до 10 миллионов герц. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Хорошо. Все, отключаемся. Они не полезут туда. Они вот из своих порталов будут наблюдать, смотреть. Без проблем. Если они войдут в человека, они не выживут в этой квартире, уже не смогут из этой комнаты и не смогут уйти. И на счет 3 поднимаемся вместе в нашу комнату диагностики. Отключаемся от дома. 1, 2, 3. Пошел подъем. Да, мы на месте. Thank you.